Начинается. Все вместе идем. Восемь, восемь. Но уже нормально. 9,8 это уже рабочая дистанция. Да, уже комфортно. Не, ну подожди, РЛС 8,5 только, да? Ебать, пацаны, у меня фрезы пиздец жесткие. Да? Плохо. А, мы все туда. Ну, забирай только все, не сходите, а то мы бросим весь винтом. Не, я Леху буду прикрывать вот слева, как обычно делаю. Обнаружены силы противника. Ага, БЦ. Линкор прикрывает. Свечусь. Пеллинг на А. Понятно, что один эсминец там будет. Галаполис. А, забирают. Пацаны, готовьтесь, если что. Джервис около меня. Работаем. Дымогенератор запущен. Внимание, передаю координаты цели. РЛС по мне. Установка дымов завершена. Кто на С, крейсер наш? Да я. А кто тебя? Как кто, знаете? Ну а что ты поставляешь-то? Справа Йорк. Лёх, бегу к тебе помогать. Поджог. Вражеский эсминец уничтожен. Так, я за эсминцем на С иду. Меня сейчас не знаю, сейчас не надо. Да, здесь пытайтесь добить. Эсминец ушел в сторону центра. А он к Йорку пошел, да. Вот он, работаем. Сфокусировать огонь на вражеском корабле.
ЛС есть, Миш? Не, нет, 30 секунд. У меня, если что, есть. Будешь готов сработать? Нет. Не, меня разберут до того. Через нос, например. По 4000 через нос выбивает. Сраный Йорк. Чё за бред? Потому что командир. 100% этот. Да. Вот тебя ДБшками херачит. Бля, не достал. Не достал РЛС. Генератор запущен. Установка дымов завершена. По Йорк. Союзники, передаю координаты. А вон Литери был, какой Йорк? Мне 15 километров. Действую спокойно. Я на С сейчас зайду. Заходи, давай быстрее. Ну я плыву. Так поднажми газуль. Маленького, да, надо поймать. Через минуту у меня РЛС будет. Как я только засвечусь, можно будет отработать. А, вот он. Вот там. Держу, держу. Хорош. Угу. А где Индианаполис? За горой, вон, по старому краю. Да, тебе надо откатывать, Юр. Шо, шо, не сожгли хером. Отсветись, отсветись, Юр. А не даст, не даст. Кто не даст? Ну, крейсер. А. Ну, ты прям назад отходи и все. Собой.
Давай, Лёх, Нельсона сейчас будем забирать, да? Свети мне его, я сейчас дым и стану. Блять, ебать, ты такой простой, как рубль 20. Подожди, ебать, нужно что-нибудь придумать, блять. Точки наши. Ну, блять, сейчас А не будет наша. А, а, ты, будет, да. А я не пойду. Понятно, понятно. Вы последняя надежда команды. Ну не факт. Ну за топом. Нормально, 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 я доберу. Линкор врага. Держи эти две точки. Да много. Многовато, да. Я не выдержу его, как бы, если перестреливаться с ним. Да. Дымов нет больше. Дал. Он? Угу. А ты зачем даешь? Я не даю, я просто этот радарчик поставил. Простой. Ну сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну, конечно. Где-то 9 километров от меня. Он меня увидит. Он где-то рядом. У него на 9 километров РЛС, да, как бы. Он, значит, где-то здесь уже. Ты дай РЛС-ку, посмотри. Вот тут 5-4. Ну, все, обходи вокруг его просто и все. Не-не-не, в карусель играйте просто и все. Он сейчас на тебя будет поворачивать, нахуя ты это делаешь? Что я делаю? Ну зачем ты вперед идешь? Он на тебя идет. Че, он сейчас просто выйдет и все. И ёбнет тебя сразу же. Ну ошибся я. Я думал, он туда пойдет. Да? Нет, нет. Можешь тараниться с ним, можешь тараниться с ним. Ух! Красавчик. Я, блядь, пацаны, нахуй. Достал. Блядь, я перекурить, пацаны, у меня руки потные, блядь, сейчас я. Перекури, ебать. Ну, он плохо вышел на Индианаполисе, блядь. То теперь Колян может официально говорить, что обоссал Селти Сейлорс. Да, да, да.